Всем привет! Я сейчас хочу провести тест для себя, в большей степени для себя, есть ли разница между звуковым интерфейсом для компьютера, который стоит на столе, и... Как бы конденсаторным микрофоном с AliExpress за 20-30 долларов. Интерфейс у меня сейчас в данном случае это Yamaha G03. Он стоит около 100 долларов. И внешним рекордером переносимым, портативным. Сам себя записывает, имеет свои встроенные микрофоны, которые стоят тоже около 100 долларов. Хотел провести сравнение, есть ли какая-то большая разница. Сейчас я буду записывать гитару. И просто посмотрим, где звук лучше. Без обработки, везде пишется WAV 48 кГц 24 бита.